Чтобы не допустить распространения коронавируса, в городском округе Люберцы продолжается дезинфекция мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов. Санитарная обработка поверхностей в подъездах полностью лежит на плечах управляющих компаний. 885 домов находятся в обслуживании Люберецкого жилищного треста. Ежедневно 100 человек обрабатывают более 2800 входных групп. В пятиэтажных домах у нас обработка производится каждого этажа. В домах с лифтом у нас производится обработка первого, второго этажа. И, соответственно, лифты, лифтовые панели, приказные панели и вентиляционные решетки в лифтах. Особое внимание при обработке уделяется поверхностям, с которыми соприкасаются жители. Домофоны, ручки окон и дверей, полы, перила, почтовые ящики. В среднем на обработку одного подъезда у бригады уходит 200 мл хлоросодержащего или спиртового раствора и 10 минут времени. Поэтому зачастую люберчане не успевают заметить работу дезинфекторов. К сожалению, мы не можем перед обработкой зайти в каждую квартиру, чтобы предупредить жителей о том, что обработка производится. Но мы с полной ответственностью понимаем, какая у нас возложена важная миссия. Поэтому все, что зависит от нас, обработка ежедневная производится в соответствии с теми требованиями, как оно того требует. Санитарную обработку планируется продолжить до особого распоряжения. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,